данное видео не способствует пищеварению. Здорово! Это видео не способствует пищеварению, и поэтому кто кушает, лучше не смотрите его, так как тут будет всякая гадость. Да, я делал скворечник, делал год, делал два, делал 10 лет и делал миллиард лет. И сейчас я его доделаю. Бах! И он готов! И теперь осталось только прикрутить такие саморезы отверточкой. Эта работа очень тяжкая, и этот скворечник будет стоить $1 миллион. Так что, кто хочет себе такой скворечник, обращайтесь. Но он, наверное, вам будет не по карману. Видите? Слышь, в какую сторону? Вот так? Да. Окей. Так, Витёк, спасибо за подсказку. Сдейся! Вот, вот, откройся! Окей, теперь... Вот это чуть-чуть, вот это вот. Какую сторону? Спасибо, все хорошо. Хорошо, я сказал. Окей, ребятки, мы продолжаем. Так. Да я сказал, хорошо. Теперь, как всегда, долбаем. Наша лига! А почему оно не долбывается? Пока, наша лига. И вот мы вернулись, и сейчас мы будем доделывать наш скворечник и продолжать заниматься гастарбайтерством. Диор! Окей, сейчас только мое печенье даем. Ладно, насрать. Окей, у нас технические неполадки, и теперь нам приходится ремонтировать вот это. Все, есть. Ой. Вот гам. Итак, сейчас мы будем рубать вот эту палку. Приступим. Теперь самый ответственный момент. Дрель. Вот мы и на месте край 6. Пока что отвертка не нужна, сейчас закрепляем палку. Так. Грель, да? Сейчас энергетика попьем. Понюхали как. Ах, нет. Классно, да? Это все. Ой, есть отвертка. Берем саморез и...
начинаю закручивать это говно. Мне кажется, я достаточно разберёт. Итак, наш скворечник готов. А теперь аплодисменты, пожалуйста. А теперь цветы мне в студию. Спасибо. Спасибо. Итак, что ж, на этом будем прощаться. С вами был я, Мастер Байтер ZVP3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Всем бай-бай, гребни!